За полтора месяца работы мы стали самым крупным видеосайтом с полнометражным видеоконтентом. Наша посещаемость аудитории выше, чем у всех остальных сайтов. У нас огромное количество посетителей. К сожалению, я не могу озвучивать конкретные цифры, поэтому буду говорить относительно. Основные инвестиции в проект составили около 10 миллионов долларов. Естественно, большая часть из них пришлась на технологию и на контент. Окупаемость данного проекта возможна в течение 3-5 лет, если, как будет развиваться рынок, будем смотреть, потому что это первый опыт ввода модели SVOD в России, и, конечно же, наша аудитория, она особенная, и как на любой другой проект, на проект этот есть своя реакция. Дело в том, что контент и история с контентными сайтами, она такова, что либо мы можем показывать пользователям бесплатное видео, тогда это будет старое видео и чаще всего от русских правообладателей. Если мы говорим о том, что мы все с вами, как обычные зрители, хотим смотреть лучшие фильмы и сериалы, те, которые сейчас популярны во всем мире, то это единственный способ, потому что ни один западный мейджор из 5 крупнейших не отдаст контент на бесплатную или рекламную модель. Поэтому рынок, естественно, будет, скорее всего, развиваться в сторону платного контента, и при помощи и совместно со всеми игроками, которые уже представлены на рынке, мы будем делать так, чтобы в Россию пришел самый популярный и самый свежий контент. Потому что это мы сможем сделать только совместными усилиями. Мы первые, кто завели в Россию всех пятерых, всех вместе собрали под одним крылом. Но чтобы дальше в Россию, как в страну, стали отдавать лучший контент, нужно же, конечно, совместная работа и совместные усилия. Дело в том, что вы уже нигде не найдете информацию о том, что у нас используется технологическая платформа Рутюба, у Науру используется своя технологическая платформа. Скорее, мы просто, находясь в одном холдинге, использовали опыт своих коллег, которые также прошли много видео, но у Науру своя разработанная хорошая технологическая платформа. И я думаю, что по качеству Науру вы прекрасно видите, что они действительно принципиально разные и отличаются.